Это уже 76-й год, штормовой ноябрь, остров Итуруп, и вообще мы работали в гряды Курильских островов, на том же Менделееве, не столько работали, сколько стояли носом на волну, чтобы нас не перекинуло, потому что тайфуны шли с регулярности курьерских поездов. И там, значит, от женского лица была написана у меня одна песня. Последний на окне, с тонкой ветки сброшен, утро летное вполне, а в глазах туман. Не дай прощаюсь мне ни цветов, ни брошек, подари мне на прощание тихий океан. Не дай прощаюсь мне ни цветов, ни брошек, подари мне на прощание тихий океан. Там волна стирает камень, закипая в пене, там с руль руками смахивается. Там внизу под облаками шторм будет осенний, там стоит над облаками остров Итуруп. Там внизу под облаками шторм будет осенний, там стоит над облаками остров Итуруп. И когда зальет вода круглое окошко и покатится тайфун тучи деревья, я гребущий океан полюблю немножко и немножко научусь понимать тебя. Я гребущий океан полюблю немножко и немножко научусь понимать тебя. Будет осень зажигать медленное пламя на крутом и на горячем краешке земли. А зачем боимся мы так своих желаний от штормов золотом пяти словно корабли? Ах, зачем боимся мы так своих желаний, а штормов завтра пячет словно корабли? Не спеши переживать, милый мой хороший, что вина не наливать нам в один стакан. Не дари прощаясь мне ни цветов, ни брошек, подари мне на прощание тихий океан. Не дари прощаясь мне ни цветов, ни брошек, подари мне на прощание.